Чаще всего по утрам я выгляжу именно так. Без мейкапа, зевающая, непонятно что несущая и просто торопящаяся на работу. Дело в том, что вы уже знаете, что я начала ходить в зал. Теперь я стараюсь ходить в зал каждое утро, независимо от того, есть у меня работа или нет ее у меня. И сразу же после зала, не завтракавшаяся, не накрашенная, я лечу на свой трамвай и отправляюсь на работу. На работу же я прихожу, наношу себя увлажняющий крем, и затем я начинаю делать мейкап. Это именно то зеркало, где все происходит. Он занимает у меня всего 5 минут, поэтому я очень хочу с ним с вами поделиться, так как это действительно новая моя рутина. Я раньше так не красилась, и я очень надеюсь, что вам она тоже понравится. Увлажняющий крем, который я использую сейчас, это крем от Green Mama, дневной тонизирующий с лимоном и петрушкой. Мое мини-зеркало. На самом деле, на работе, когда есть немного времени, когда я пришла чуточку раньше, прихожу чуточку раньше, я еще могу сделать себе, например, маску какую-нибудь из Lush, чтобы немножко тоже взбодриться. Чаще всего это либо «Не смотри на меня», либо «Аиша». Они содержат очень много цитрусовых, поэтому очень хорошо помогают вернуть цвету лица его просто буквально первозданный и презентабельный вид. Я ношу вот такой вот пакетик всегда с собой, где как раз таки есть весь мой мейкап на утро. Я беру его с собой, чтобы накраситься уже там, на месте. Ты берешь, достаешь из своей сумки твой мейкап пакетик. Очень стильно, очень молодежно. Я сейчас использую BB Mousse от Mixit. Это оказалось очень удобно, он очень удобно наносится, он нигде не застревает ничего, в отличие от моего, например, Maybelline, который я использовала до этого, иногда использую просто, когда я не на работе, потому что он более плотный, я бы сказала даже так. Он лучше матирует, вот, поэтому иногда использую я его. Ну, это мой прям вот постоянный в последнее время гость на моем лице. Наносим. Он выглядит достаточно темно, вы можете видеть, но не пугайтесь. Он достаточно хорошо подстраивается под цвет вашей кожи. И я его просто наношу на нее, он сейчас станет чуточку посветлее. И вуаля! Тон уже на мне. То есть все, мое лицо выглядит, в принципе, одного тона, одного цвета, оно матовое. И, в принципе, по ощущениям очень приятно. Плюс он не остается чем-то жирным на ваших руках, что очень круто. Следующее, что я делаю, это чаще всего беру Atrimmel гель для бровей, наношу его. Очень бы хотела больше ничего на брови на свои не наносить, но так как они у меня... Они вроде бы яркие, но они яркие не везде, поэтому я бы хотела, чтобы они все-таки были поярче, поэтому мы берем с вами карандашик от NYX. А я вам его уже показывала в проуход, собираем базу. Вот, так что если интересно, какой-то карандашик, это... Top of the top of every top in the world. Опять же, я сначала кисточкой прохожу, убираю ненужный гель, которого чуть больше на моих бровях. Убрали лишнее. И затем открываю во вторую сторону, где тоненький-тоненький карандаш, и подкрашиваю те детали, которые мне необходимы. Чаще всего я карандашиком прокрашиваю именно вот здесь, впереди, первую часть брови, а затем я также беру помадку от NYX, беру кисточку и уже оставшуюся часть брови аккуратненько подрисовываю. Беру с плоским кончиком. Вот и все. Good. Вы восхитительны. Выглядите прекрасно, улыбаетесь и пытаетесь радоваться этой жизни. Можно еще нанести помаду, чтобы было поярче немножко, но в принципе это все. Мой макияж есть, даже не кажется, что у меня есть макияж, но он есть. Поэтому чувствую себя намного от этого лучше. Вот, и я очень рада, что начала ходить в зал, потому что я чувствую себя более собрана, мне есть куда вставать, есть куда идти. И какое-то вот это, знаете, ощущение того, что ты каждое утро возвращаешься в какую-то прежнюю, тебе уже знакомую точку,
Это супер, как было для меня важно, когда это записалось. Поэтому сейчас я относительно чувствую умиротворение по поводу своего утра и по поводу того, что я буду делать. И мне не нужно выбирать, что я буду завтракать. Это вот самое любимое мое. Потому что я очень долгое время мечтала попробовать не завтракать, так как у меня особо это не получается, потому что я всегда утром хочу есть. А сейчас как-то намного спокойнее стало. Вот, поэтому я очень этому рада. Мне очень интересно, ходите ли вы в зал и за какое время делаете вы для себя мейкап. Потому что я знаю, например, у меня есть подруга, она делает макияж, ну прям, ну долго. И я такая, ах, все, всех целую, всех люблю, спасибо, что посмотрели. Это был мой мини-мейкап за 5 минут. Все, хорошо всем дня.